Короче, мы сейчас из тумана прям на них красиво должны выйти. О характере. Папа, посмотрел? Кто за рулем? Я. Куда ехать? Правее, правее бери. На W. На W. На N. И чуть-чуть даже на W. Слегка на NW. Вот, вот так прям, да. Прям на них вот так едем. Они либо едут на маленький остров Цитадель морского узла, либо просто катаются. Да, они на острове. Они уезжают вот с острова. Пал прилевее чуть-чуть. Я за рулем, а я бегаю, блядь. Мы прям на них идем. Парус поднимаю. Нет, рано, рано. Стреляет, а скелеты, по-моему, что ли? Налево, мы на остров идем, да? Что происходит? Маш, башня какая-нибудь? Еще не понимал. Да, сверху, с горы. Они справа от нас прям должны быть. Нифига не... О, нет, тоже сверху нет. Я не понимаю, может это игроки? А не, они не, они не могут, нет, они с такого расстояния не смогут стрелять. Что там по карте? Что по карте? А, чинитесь. По карте они прям справа от нас. Да вот я прям чин... направо, по правому боку они. Поверни направо полностью. Сейчас скажу куда. Поворачивай прям на WE. Или нет, просто на W. Да, на WE. WE? Да блять, где это? NE. Нашел. Палпы, вот здесь они справа сейчас где-то будут, да. Бля, там камень сверх впереди нас, стрельбёмся из тумана, там на камень вышли. Готовься чинить. А вот и они, кстати. Теперь они сейчас по левому борту будут у нас. А чё мы стоим? Парус, что ли? Ну ветер дышит. Они слева? Они прям справа от нас. Марка, черпай, блядь. А? Я не вижу их корабль в тумане, просто я знаю, что он справа, но в прорисовке не вижу. Чинись. Мы идем на него опять. Налево поворачивай, бля. Они уезжают. Налево полно. Как нам повезло, наверное. Куда вы стреляете? Да, что мне еще будет. Сука, не вижу в тумане. Хорошо, что мы на карте их видим. Сейчас будет по правому борту. По правому? Да, мы прям в них летим, алло, на скорости. Не понял. Ты их видишь? Может, мимо проехали? Может... Да, мимо проехали, блядь. Налево, полное налево. Полное налево. Давай, блядь, может, полицейский? Не, они не по правому были, а по левому. Или они мимо нас проехали? Вот
вот так тебе на Раяны надо ехать, левее чуть-чуть бери даже. Не, мы догоняем, они от нас не уйдут на сферу. По прямой, по ветру. Вернулся. Сейчас уже будут на горизонте. Хотя нет, еще не надо. Рассеиваться. Правее берут чуть-чуть. Не, сильно не бери, вон они перед нами, на район, ты уже должен их видеть. Угу. Я вам борт пойди должен. А, вон. Так, паруса надо проверить, нормально идем? Нам надо какой-то борт выбрать для атаки. Левый. В левый там немножко тяжело, потому что там остров ты можешь печататься. Беру правый. Они нас, кстати, не видят. Беру правый. Может? Не, они поворачивают на правый. Я с книпелями попробую потом отыграть. Смотрите, не врезается. Давайте. Передний левый борт. Борт. Левый борт. Не бери так сильно вправо. Мне нужен угол атаки. Прям сейчас? Прям сейчас? Да, прям сейчас. Ничего страшного, они сейчас снайперит этого. А, они вон на инструментах сидят играют, голубоёт. Сейчас прям поебало им прилетит. Влево, влево выключено. Раз мачта. Два мачта. Левее, Нараян, ближе к ним давай. Тормоз, тормоз. Третью мачту не пропал. В пушки стреляйте, убейте их. Правее, 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 Нараян. Что-то мы медленно плыть стали. Нормально все. А с ядра кончили. Я знаю, что я сделаю. Сейчас зачерпаю и потушу пожар. А, да. Убивай, Нараян. Убил, убил, убил. Не стреляй. Я их корабль ломаю. Не, да зачем заходить? Тут куча лута. Стоп. Нет. Наш корабль, блядь, тонет. Наш не тонет. Куда он тонет, хорош? Ты чё? Все, ждем респауна. Сейчас все, они утонули. Все. Якорь.